Привет, мои дорогие любители секонд-хенда. Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Оксана, и я люблю искать клад в секонд-хенде. Иногда что-то интересненькое нахожу. И, конечно же, показываю вам, делюсь своими находками, покупками. Так что устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. И по традиции, каждый показ своих новинок я начинаю с показа обуви. Сегодня также я покажу вам несколько пар обуви, которые я купила совсем недавно, ношу с удовольствием. И, в общем-то, первое, что я вам хочу показать, это кроссовки. Я думаю, что вы уже заметили этот яркий цвет. Цвет, я не знаю, как его назвать. Он розовый, сочетание фуксия и сочетание что-то оранжевое в этом есть. В общем, цвет просто великолепнейший. Кроссовки эти от хорошего бренда, от хорошего магазина. И называется, сейчас я вам покажу, это кроссовки от Fabletic. Вот так они выглядят. Шнуровка не требует в момент, когда надеваете эти кроссовки, развязывать шнурки. И, в общем-то, очень этот момент удобен. Мне нравится такой вариант вхождения в обувь. Классные кроссовки. Интересны тем, что есть деталь вот такая прорезиненная. И есть эффект, что вы как будто бы надеваете носочек. Есть дышащая часть, есть вот такая закрепительная лента, белая подошва, наилегчайшая обувь. Достались они мне примерно за $3. Зашла на сайт этого магазина, и кроссовки, в частности вот эти, стоят $60. В общем-то, экономия налицо, но скажу честно, когда я эти кроссовки увидела и когда я их примерила, когда покупала, я не знала про эту компанию. И я всегда говорю и вам советую, мои дорогие друзья, если вы видите качественную обувь, качественную одежду, вы чувствуете именно вот сам шик, вы чувствуете, что это качественно сделано, что это добротно, и даже если вы не знаете название компании, даже если вы не знаете, сколько на самом деле стоит та или иная вещь, обязательно покупайте, потому что невозможно знать все. Я тоже не все знаю, естественно, я только учусь, и, как правило, учусь именно в момент, когда начинаю только знакомство с какими-то новыми магазинами, для меня новыми, на самом деле, хорошо зарекомендовавшими себя уже на рынке, и я уверена, что многие из моих зрительниц знают про этот магазин и, возможно, какую-то обувь уже, в частности, кроссовки там покупают. В общем, классные кроссовки. Перейдем к следующей паре обуви, это тоже кроссовки, я в прошлом видео показывала вам белые кожаные кроссовки Nike и обещала показать вам еще одни свои кроссовки от Nike, это вот такие яркие кроссовки, ношу с удовольствием, ну такой логотип, в общем ничего необычного, обыкновенные кроссовки, защитный носочек, белая подошва, легкие, дышащие, стопа дышит, подошва великолепная, не скользящая, очень удобны в носке эти кроссовки, но берут вот таким ярким цветом, ношу эти кроссовки уже все лето. Тоже достались они мне примерно за $3 или $4. Естественно, обувь Nike стоит гораздо дороже, поэтому очень довольна, что вот подобную обувь можно найти и очень даже бюджетно, и совсем не жалко, скажем, носить и просто спортом заниматься, и в ежедневные носки. Я очень, кстати, люблю носить кроссовки дома, хожу в кроссовках. И сейчас на мне тоже, ну, кроссовки от Reebok, которые тоже я купила в секонде, ношу с удовольствием. В общем-то, в следующем видео тоже покажу вам эти кроссовки. И следующая обувь, это обувь осенняя, повседневная. У меня здесь котик дефилирует, очень любит, когда я нахожусь в гардеробной, очень любит, когда я перебираю тряпочки, в общем-то, принимает активное участие. Да, и покажу следующую пару обуви, это... запрыгнул. Это вот такие ботфорты. Ботфорты имитируют натуральную замшу, высокие,
мой размер идеально подходит, у меня широкое голенище, и вот этот вариант, когда эластичная, тканевая, какая-то, любой размер голенища, в общем-то, я думаю, все знакомы уже вот с таким. С такой формой ботфорт, классические, лаконичные, и вот по каблуку вот такая деталь, которая делает эту обувь очень изящной. Есть вот такой замок, в идеальнейшем состоянии, абсолютно новые, и, в общем-то, очень изящно выглядят. Можно и с лосинами, и с брюками, и с платьями, и с длинными, и с короткими. В общем, такую обувь тоже я люблю. И достались они мне тоже примерно за 4 доллара. Почему бы и не купить? Да, это компания. Сейчас я вам покажу, дорогие мои, если видно. Ну, в общем, черные классические такие ботфорты. И постепенно переходим к сумкам. Сегодня я покажу вам сумку, которую я ношу с удовольствием, эксплуатирую. Вот сейчас, конкретно в данный момент, то, что ношу, то и покажу. Это вот такая сумка. Я думаю, что те зрители, кто регулярно смотрит ролики с показом одежды из моей гардеробной, заметили, что сумка для ежедневной носки у меня стояла вот здесь. И некоторые у меня спрашивали, а что там такое у вас на заднем фоне находится. И, в общем-то, решила я вам показать. Сумку эту я купила примерно 2 месяца назад. Купила, потому что это натуральная кожа, потому что это известная компания. Сейчас. Вот так. В общем-то, и все на этом. На самом деле, это не мой цвет. Этого цвета одежды в моем гардеробе достаточно мало, редко встречается. Это практически, я так посчитала, что это не мой стиль. Но оказалось, что это идеальнейшая сумка для эксплуатации, для носки. Она мягкая, она хорошо ложится по плечу, то есть можно носить вот таким образом. Кстати, и этот цвет классно оживляет любой даже скучный аутфит, причем он такой яркий и вместительная сумка. Карманы, 3 кармана, 1 центральный карман, есть боковые, центральный закрывается на замок. Кстати, у меня кошелек оказался, что он тоже под цвет этой сумки, в паре они классно выглядят. В общем-то, не всегда вещи, которые вы предположительно покупаете не для себя, потом не входят в ваш гардероб. У меня вот с этой сумкой получилась такая классная любовь. И, в общем-то, сумка интересная на самом деле. Есть варианты ручки переделать. Я попробовала сделать и вот такой вариант. Думаю, если здесь есть карабинчики, то они для чего-то нужны. И, в общем-то, как вариант, сейчас я покажу вам еще, как можно носить эту сумочку. Вполне можно вот так вот перевернуть эти хлястики наверх, зацепить вот так карабины, и получается еще дополнительная вот такая вот ручка. Тоже как вариант. Если первый вариант поднадоел, то вполне можно использовать и вот такой вот вариантик. В общем, вот такая сумочка. Да, кстати, в секонде часто встречаются сумки мне тоже неизвестных магазинах, неизвестных брендов. И то же самое правило работает и в отношении сумок, аксессуаров. Если даже вы не знаете, чей, скажем, предмет, какой компании принадлежит, то вполне возможно, что это и хорошая какая-то компания. И, мои дорогие, сейчас я вам покажу одежду. Одежды тоже сегодня много. Интересненькое, я уверена, вы для себя что-то сегодня увидите. И первое, что хочу показать, это вот такая вот блузка с интересным принтом. Тоже в этой блузке обычного простого кроя я уже
показывалась, появлялась на своем основном канале. Кто, кстати, не знает, мой основной канал «Оксана Оксана по уходу за кожей лица в домашних условиях». Зайдите, посмотрите, там уж вы точно найдете все самое нужное, необходимое для того, чтобы выглядеть молодо, не прибегая к дорогостоящим процедурам. В общем, возвращаемся к этой блузке. Это прям Рома, Париж. Это вот прям такая изысканный очень принт, яркий принт. И вот так имя этой компании. Она приятная, она такая нежненькая. Ну, в общем, все дело в самом принте. По составу сейчас скажу. 92% полиэстер и 8% спандекс. Да, она такая легенькая, она такая тянучая. В общем-то, такое баловство, но интересный принт. Как вам? Напишите, пожалуйста, как вам этот принт, такой женственный, вот так по спинке. Видите, здесь и дама шопингом занимается в Париже, не меньше, да, и кофе пьет, и, в общем-то, так все очень интересненький, интересный принт. Мне за счет этого принтованного такого момента эта блузка, собственно говоря, и привлекла мое внимание. Следующее, что хочу вам показать, это Alfred Dinner, известная американская компания. Вот такие вещицы, они комфортные, лофт-стиль для домашней носки. Также можно, конечно, и куда-то в момент шопинга, отдыха. Футболка с длинным рукавом. Принтов много у Alfred Dinner. И, в общем-то, вот такая завлекалочка по горловине, обычный принт, если подобрать брюки, да, в оттенке вот таких тонов, да, вот по бокам есть такие разрезы, в общем-то, ничего необычного, но для, в общем, ничего необычного для домашней такой комфортные обстановки, вот такие вещи мне очень нужны. И, кстати, вот по поводу одежды, которую я вам сейчас показываю, она стоит не больше $4, 3-2 доллара, что-то даже еще меньше. Ну, в общем, давайте покажу следующую вещь, которая тоже вызывает очень такие спорные моменты восприятия. Я ее покупала как нечто тоже для домашней носки, лофт, но это прям вот в этой блузе вполне возможно встречать гостей. Нитка люрекса включена в переднюю полочку. В таком трикотажном варианте спинка выполнена из обычного трикотажа. Очень комфортная, разноуровневая длина по низу, передняя полочка завышена, задняя чуть-чуть пониже, вот так разрез. Очень красивый пудровый розово-телесный цвет, очень хороший магазин, сейчас покажу вам. Можно и в пир, и в мир, если обыграть какими-то аксессуарами, вот этот вот блеск великолепный, нежный такой, деликатный, и к тому же комфорт. Вот мне очень нравятся комфортные вещи, и, конечно, с возрастом я склоняюсь в выбор одежды для комфортного времяпровождения, неважно, это какое-то торжественное мероприятие, либо это просто какая-то вечеринка, либо это просто домашний вечер. Главное, чтобы было красиво, комфортно, приятно телу, легко и освежающе. Конечно, цвет играет огромное значение в выборе одежды. Я очень люблю именно вот такие оттенки. Нежные, освежающие и предполагающие выбор и обыгрывание какими-то аксессуарами. Можно добавить палантин, шарф, да, я показывала вам много уже. Можно оживить и немножко разбавить вот этот пудровый оттенок и бусами, различными украшениями, бижутерией. Кстати, кто еще не был на моем канале про винтажную бижутерию, тоже зайдите, там красота, красотища просто невероятная. Вы можете тоже
тоже посмотреть, какие украшения можно купить в секондах, на различных гараж-селлах. Что-то я покупаю на сайтах, на Etsy, на eBay. И, в общем-то, тоже вам показываю и делюсь находками винтажных антикварных украшений. Ссылку тоже можете найти на шапке вот этого моего канала про одежду. И следующее, что хочу показать, это тоже одежда, которая, это тоже, даже я не могу сказать, что это блуза, это не свитшот, это не толстовка, в общем, вот такая, с длинным рукавом штука, при этом есть капюшон. Капюшон имеет такую полоску, которая очень хорошо освежает. Можно вот такие вещи надевать и под пиджаки, под куртки, выпустив вот такой яркий, сочный капюшон, можно обыграть и оживить любую скучную куртку, любую скучную толстовку и свитшот, все что угодно, жилет, все что угодно можно оживить. Это компания Sonoma, интересный магазин, много именно одежды в этом магазине и спортивного направления, и классического. В общем, вот эта вещь понравилась, конечно, ярким цветом, это такой лососевый, не розовый, в общем, красивый очень цвет, хорошая длина, есть разрезы по бокам, рукав длинный, в общем-то, и, конечно же, вот этот вот классный такой капюшончик можно использовать и функционально, как просто утепление, да, когда может быть прохладно, ну и, конечно же, это очень классная такая вещица, есть вот такие завязочки. Тоже надевала, люблю, уже и ношу, конечно. Следующая вещь, которую хочу показать вам сегодня, это... Пришел, иди ко мне, иди. Покажу вам своего нового котика. Серега его зовут. У него 6 пальчиков, посмотрите. У него пальчики как варежки. Прочитала в интернете, это никакая там не аномалия, это искусственно выведенная такая порода. Ну, в общем, пришел, живет, пошел. Так, и покажу следующую вещицу. Это вот такая, я даже не знаю, как сказать, не олимпийка, не свитшот. Кто знает, мои дорогие, напишите, как называется вот этот вот вид одежды, когда есть замок. При этом она такая штучка, это тоненькая, тонкий трикотаж, очень такая своеобразная расцветка, принт интересный, есть прям завлекалочка, это тоже Кристофер Банкс, и много одежды именно от этого магазина попадается. Он тоже такая. Кстати, у меня есть вот один в один принт футболки, но что-то я сейчас не подготовилась, да, чтобы вам показать. Конечно, можно вот эту вещицу в качестве обыгрывания какой-то футболки, в общем, с джинсами, с брюками хорошо, на чуть-чуть прохладную погоду тоже классно. Все швы выполнены просто великолепно, очень я люблю именно вот такой момент, когда качественность вещи, она определяет, покупать или не покупать. Не столько, сколько нужна она мне или нет. Возможно, я... Ну, вот это я еще не надевала. Возможно, кому-то передарю. Но качество классное. Посмотрите, швы выполнены вот так вот. Все обработаны. Идеальнейшее качество, в общем-то. А при этом она длинная, она приятненькая такая, она мягонькая, трикотаж. В общем, классная вещица тоже. Пока висит, пока своего хозяина она не нашла. Возможно, когда-нибудь и я надену и буду довольна. Следующее, что хочу показать, это вот такая блуза. Смотрите, какой интересный момент, какое интересное решение, да? Казалось бы, тоже это трикотаж, не футболочный трикотаж, это трикотажное полотно. Эта передняя полочка выполнена из ткани «Район». Это шелк, натуральный шелк, который прошел химическую искусственную обработку. И, в общем-то, качество его только улучшились при этом. Очень интересная расцветка, рукава. Крой реглан и вот такого цвета по спинке, это черное полотно и обычное трикотажное полотно. Сейчас покажу название,
кто-то, возможно, знает, узнает. Но я люблю вот такие вещи. Великолепно выглядят, вроде бы ничего особенного, да, но видите, передняя полочка чуть короче, задняя припущена, и интересный такой принт при этом на такой великолепной ткани. Я очень люблю ткань район, она и в носке она гораздо практичнее, чем шелк, она не требует отглаживания, а в уходе просто великолепно, она не собирает катышки, она не делает, скажем, вот такие, скажем, она не... На этой ткани не происходят затяжки, так как это может произойти с шелком. В общем, люблю эту ткань. Если вы видите в составе ткани район, и тем более, если это 100% район, то покупайте, не ошибетесь, будете очень довольны. Она в стирке, не теряет цвет. В общем, как купили, так и будете ее носить. Следующую вещицу, которую хочу показать, которую я купила совсем недавно. Это вот такой джемперок. Нежный H&M. Сейчас покажу. Уж те, кто живет в России, в Европе, девчонки с этой компанией хорошо знакомы. Очень нежный, тонкий, интересный крой. Это не просто вот джемпер, а именно джемпер как бы с внутренней такой блузкой шелковой внутри. По спинке есть вот такое завлекающее, завлекалочка такая есть. И, в общем-то, тепленький, такой приятненький. И сама вот эта. И это вот внутри прям полноценная вот такая шелковая блузка. Сейчас я вам покажу, выверну немного. Видите, она прям шелковая блуза, а поверх вот такой трикотажный джемперок. Получается два в одном. Классная вещица, мне тоже она очень нравится. И, в общем-то, обошлась она мне тоже там просто копейки, по-моему, $3, что ли. Ну, почему бы за вещи с H&M не отдать такую практически, вообще практически даром, да, как сова. Безвозмездно, практически даром. Классная вещица тоже. Буду носить с удовольствием, без катышков, без каких-то пятнышек. В общем, в идеальнейшем состоянии. Почему бы и не купить такую великолепную вещь? Напишите, пожалуйста, мои дорогие друзья, что из сегодняшнего показа вам понравилось, запомнилось. Возможно, что-то похожее вы уже находили в секондах. Я знаю, что видео мои смотрят мои любители этой темы, любительницы именно походов и поиска вклада. И обязательно заходите на мои другие каналы. Я вас буду очень рада видеть и там. На этом все, мои дорогие друзья. Я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.